В рамках общей российской программы «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» в детской школе искусств города Видное состоялся очередной мастер-класс преподавателя с мировым именем. На этот раз об особенностях игры на трубе рассказывал испанский музыкант Винсент Кампос. С 1996 года он управляет международным музыкальным фестивалем камерной музыки «Монсеррат» в Валенсии. Его школа для трубачей – одна из самых влиятельных в Европе, а ученики музыканта становятся солистами ведущих европейских симфонических оркестров. На мастер-класс к маэстро Кампосу попали лучшие воспитанники школы искусств. Андрей Сливенко, несмотря на юный возраст, уже становился лауреатом многих международных конкурсов. В моих планах в будущем продолжить музыку, поступить в консерваторию и стать музыкантом. Не то, что хороший мастер-класс. Пожалуй, лучшие. Вот мы 3 года здесь в фонде Башмета, и вот самые, наверное, полезные. Во время занятия Винсент Кампос показал, как правильно дышать для лучшего звукоизвлечения, и рассказал о технике игры на инструменте. Также он посоветовал ученикам каждый день выполнять некоторые упражнения, направленные на развитие лицевых мышц. Проект «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» – прекрасная возможность совсем юным ученикам общаться с музыкантами высокого класса и перенимать их опыт. Большое спасибо за это. На базе Видновской школы искусств уже 2-й год проходят мастер-классы фонда Юрия Башмета по разным направлениям. Принять в них участие могут самые талантливые ребята. Приезжают из Сочи, из Москвы, Московская область представлена. У нас существует база данных по детским школам искусств, по которым мы даем рассылку, когда какой-то мастер-класс должен состояться в школе. За время проведения мастер-классов их посетили уже более 2500 слушателей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.